сигнальный правый. Корабль вышел из Кольского залива, следует полигоны боевой подготовки Северного флота. Ставлю задачи боевым частям и службам. Ракетно-артиллерийской боевой части. Обеспечить готовность использования ракетно-артиллерийского вооружения по воздушным, морским и береговым целям. Организовать безаварийную эксплуатацию материальной части при выполнении боевых упражнений. Командир корабля. Проверка наручных электронных приборов, все, замечаний нет. Есть. Личного состава покинуть верхнюю палубу, личного состава укрытия. Есть. Цель воздушная, по берегу 288, дистанция 149 километров, что за цель? КП ЛЧ-2, КП. Есть КП ЛЧ-2. 45, дистанция 62 мили. Расчетная от района находится на дистанции 20 мили. Ракетное оружие к бою. Контур противовоздушной обороны, боевая готовность номер один. Рекомендую КП ВЧ-2, активных позиций, возможно, корабль в районе активных позиций. 180 градусов, дистанция... Одна, корабль в точке пуска. Пуск! Есть пуск! Значит, пусковой цикл. Ракетное оружие, занятие.